С раннего утра 4 июля сотрудники МЧС Абхазии были подняты по тревоге и переброшены на устранение последствий сильного ветра. Около 100 человек личного состава спасательного ведомства разблокировали заваленные деревьями автотрассы в городах Сухум, Новоафон, Гагра, Чамчира. Сильный ветер сорвал с некоторых строений в столице и в Тварчале кровлю. На некоторые строения повалились деревья. Спасатели при помощи спецсредств распиливали деревья, расчищали завалы, деблокировали транспортные коммуникации. К вечеру 4 июля основные автотрассы были расчищены, движение полностью восстановлено. С утра 5 июля спасатели продолжили работы по расчистке дорог от упавших накануне деревьев. Работы велись также в Сухумском обезьяньем питомнике.